Привет, друзья! Сегодня готовим паштет из тыквенных семечек и авокадо. Очищаем авокадо, поджариваем семечки. Также я взяла 30 грамм кунжутных семечек, тыквенных примерно 50. Засыпаем это все в блендер и хорошенечко перемалываем. Ведь состояние этой мелкой муки. Затем добавляю чайную ложку карри молотых, мускатный орех 1/4 ложку, чайную ложку асафетиды, возможно, половинку. Также для пикантности добавляю смесь перцев немного и смесь чили перцев, чтобы было немножко такая остриночка. Гималайскую соль и льняное маслице. Нарезаю мой очень спелый классный авокадо и добавляю к семечкам. Также хорошенечко все перемалываем. Если что, помогаем ложечкой все хорошенечко подмешать и добавляю соевый соус. Но это уже по вкусу, как вам захочется. И вуаля! Очень классный, такой зелененький, сытный, белковый и, главное, очень и очень такой насыщенный паштет получается. Намазываем его на хлебушек. Прекрасно подойдет на завтрак, также и в обед, можно с супчиком и даже вечерком заточить, если хочется. Этот паштет можно кушать ложками, очень вкусно. И также можно сделать вот так вот классный бутер из бутербродов. Помидорки черри. Очень вкусно, всем советую приготовить. Пока! И, кстати, да, не забудьте подписаться на меня, поставить лайк и также напишите какой-нибудь комментарий. Хотя бы смайл поставьте. Вам же не трудно, а мне приятно.